Откровенно, Настасья Федоровна, я понимаю тех, кто не хочет держать вас на стройке дальше. Ну и понимайте, выгоняйте, ваше право. А что хорошего у вас на стройке? Только и слышь, потерянная, пропащая, грубиянка. Красивая. Да ну что вы! Красивая. Ну что вам не красивого? Глаза. Присмотрите своим глазам, как следует. Руки красивые. Вся ладная, сильная. Да ну что вы такое говорите, товарищ секретарь? Я говорю, вас влюбиться можно. Вот беда какая. Знаю вас всех, все одинаковые. И Ребров. Не ваше дело. Да. В выборе друзей вы не очень разборчивы. А кем хочу, тем и дружу. Ясно? А нам ваши агитки во надоели с Ребровым. И вы не троньте его. Ему и так не сладко живется. Его все наплевали на него, даже мать родная. Это почему же? А потому что он из дома убежал. По идейным соображениям.